очередная покраска будет, сборка велосипеда, такая рама, говорят, что это Джамис, снизу конус, грязи много, вот это я все даже не стал снимать, потому что это был просто шматок грязи, сейчас вот пытаюсь отмыть, подождем, посмотрим. Вот так вот выглядит красная рама после покраски, смотри, как искажает цвет, да, он в жизни более темный, в жизни он темнее, он такой прям как настоящая кровь. Насыщенный красный цвет. О, вот здесь более-менее похож, но все равно он, да, ярче. Да. Вот, в общем, на самом деле он более насыщенный, более красный цвет. Сейчас будем собирать. Закончили сборку велосипеда. Клиент хотел цвет красный Феррари. Вот буквы на заборе такого же цвета, как и рама, но просто, видимо, бликует и камера снимает по-другому. На самом деле вот цвет вот такой темный. То есть камера всегда искажает, цвета передает иначе. В общем, все собрали. Есть у нас тут небольшая проблемка с кареткой. Каретка очень сильно БУ. А такого стандарта найти, к сожалению, практически нереально. Там очень редкая каретка. Отмыли задний переключатель. Смотрите, какой чистенький, красивенький. Все у нас фиолетовое. Вилочка работает. В общем, велик получился пушка. Просто пушка. Скоро клиент приедет, заберет, оценит цвет. Жалко, что камера не передает именно насыщенность этого красного цвета.